Поэтому у нас самые популярные диваны, книжки. 49 диагоналей, $608. И 15 лет, как с ним ничего не будет. Воду не пропускает, моется. Минусов, можно сказать, здесь нету. Мне здесь все нравится. Больше плюсов, когда говорим. Больше плюсов. Друзья, всем привет, меня зовут Николай, это компания Dream Life Cyprus. Продолжаем нашу серию роликов, это третий магазин, который мы хотим вам представить вашему вниманию. Серия роликов о том, где, как и примерно почем можно обставить свою квартиру на Северном Кипре в районе Фамагусты, да, то есть сзади меня находится магазин, называется он Истикбаль, это серия магазинов, она находится в Гирне или в Куше, в Фамагусте, такие локальные магазины, это все турецкие бренды. Турецкая мебель, турецкая техника. Давайте пройдем вовнутрь. Это наши работники. Это Алена. Мы с ней будем общаться. Добрый день. С ней. Как вы, что вы здесь делаете, что продаете, что предлагаете? Ну, вообще, я уже работаю 10 лет как бы в этом магазине. У меня очень много русскоговорящих клиентов, которые к нам приходят, которым мы помогаем, ну, как, обставить квартиры. Мебель, техника, шторы. Шторы тоже, да? Шторы. То есть такой, более такой текстильный магазин. Да. То есть мебель, техника, откуда у вас все? С Турции. Угу. Давайте посмотрим цены, что у вас есть по, примерно по ценам, сколько что стоит. Давайте так, если у вас есть общие цены, сколько стоит, допустим, студию один последний обставить? Ну, например, если обставить студию там... Для сдачи, ну, да даже не то, что для сдачи, ну, хотя бы для, так, средний, для себя тоже да. Самое, 18 тысяч турецких лир. Это будет кровать, это диван. Будет кровать, диван, стол, стулья, стулья. Шторы. А, со шторами вместе. Со шторами вместе. Хорошо. Потом 1 плюс 1, 28 тысяч. Угу. Ну, там уже идет одна кровать, потом кто две маленькие кровати хочет. А. Ну, разница, да? Уже тут, разница зависит, да. Можно 27-28 по-разному. Окей, это за второе месте. Да. Мы сказали про технику. Давай технику сразу посмотрим, что посмотрим есть. Посмотрим технику. Конечно, вот, есть и подороже, есть и подешевле. Это такой средний сегмент. Например, 49 диагоналей, $608. Это смарт, LG. Да, это смарт. В магазине также есть бытовая техника, есть кондиционеры разных, много видов, поэтому да. Я думаю, что лучше приехать к Алене, обратиться, и она вам поможет более же детально. То есть вы все-таки более специализируетесь по мебели, правильно я понимаю? Да, больше по мебели. У нас самые популярные диваны, книжки, угловые в основном. Например, для студии это вообще очень хорошо. Ну, вообще-то в студии сейчас все берут кровать, ну, я сейчас скажу. Угу. Это для 1 плюс 1 очень хороший, он 10 400 турецких лир. То есть, если нужно спальное место. А в основном в студию, угу. Вот в студию, кто будет даже сдавать, то для сдачи обязательно нужна кровать. Кровать я покажу угу. Попозже, да. Какую кровать. И вот такие вот диваны. Есть либо кресло. Кресло, либо вот двойное. Здесь оно также открывается, но на двоих человек. Это 6700, okay. Это 4950. Все, супер, спасибо. Цвета тоже можно разные. Этот стол 90 на 140. Такой же можно сделать размер поменьше, вот, например, вот как вот такой. Метр два. Поменьше, да. И с такими вот стульями. Стулья можно цвет поменять, у стола можно цвет поменять. 7800. Это полностью все? Это полностью. Но это с шестью стульями. Okay, насчет кровати, которые, ну, в основном мы продаем, которые не очень-то дорогие. Например, есть вот такая вот кровать деревянная, она цвета меняется, разные можно. 7000 с матрасом. И можно, конечно, кому помещается, вот такой вот сет полностью можно взять. 13500. 13500, да, это 13500, получается у нас кровать, все вместе две с матрасом. Тумбочки и комод. Да. Такой набор. Некоторые люди хотят, чтобы было и комфортно, и удобно, например, и качество хорошее. Конечно, у тех тоже качество хорошее, но эти поудобнее, даже если сесть на них. Такие очень тоже пользуются спросом. Спросом. Такой диван 13800, только один диван. Но он ортопедический и 15 лет, как с ним ничего не будет. Воду не пропускает, моется. Очень много такие диваны, как... продаем, и все довольны. Цвета есть, вот, например, вот такие очень хорошие цвета. То есть выбор морские, большой. Морские, да.
Еще у нас шторы есть, как в продаже, как я сказала. В студию, ну, такая нормальная цена, это 2000 турецких лир. Шторы с тюлью, и с карнизом, с потолочным карнизом, 2000. А 1 плюс 1, 3500. В общем, то есть вот это так. На сегодняшний день цена, это актуально сегодня. То есть завтра, да, может быть цена другая, потому что курсы доллара, все прочее меняется и... Хотим еще задать пару вопросов по личным такому вопросу. Сколько вы лет на Северном Кипре? На Северном 17 лет, вот уже сейчас будет. Нравится вам здесь? Лет. Хотите куда-то переехать в будущем, либо все-таки планируете остаться? Нет, мне здесь нравится. Я сама с Молдавии. Как мне даже и в Молдавию не хочется ехать? Все, да, уже местные кипрят уже. Я даже туда еду, мне кажется, что уже три дня для меня это уже много. Это уже все, да, это уже. Нет, здесь, во-первых, спокойно, действительно спокойно. Шума этого движения. Шума, движение нет этого такого, шума, да, движения. Удобно вам, комфортно, вы как женщина, как вы себя чувствуете, допустим, эти все время? Мне очень удобно, комфортно, никто... То есть вы так... не переживаете, не боитесь, в контакте, то есть нет, можно вообще работать, спокойно общаться, как бы. Из Келья, так там вообще русский город. 90% русский. Русский город, Цезарь Пич, русская деревня, я ее так называю. Ну, она там спокойная, она мне очень, кстати, нравится. Вопрос по поводу плюсов и минусов для вас лично в Северном Кипре. Что для вас минус, что плюс, возможно, не знаю, так, личного опыта, скажем так. Ну, я бы не сказала, как, что минусов. У меня минусов, можно сказать, здесь нету. Мне здесь все нравится. Больше плюсов, скажем так, да? Больше плюсов. Больше плюсов. Погода хорошая, например, море, солнце, спокойствие. В общем, влияет на... люди хорошие. Все равно люди хорошие. Да, люди хорошие. Да. Влияет ли на вас, может быть, непризнанность территории? Допустим, то, что мы непризнанная территория. Как нет, чувствуете это вы? Даже вообще в этой разнице не чувствуем. По поводу финансов, это чисто так, вкратце. Хватает ли вам денег, зарплат, допустим? Лично для вас, ваш опыт лично, там, скажем так. Ну, для меня... Ну, то есть, нормально, хватает. Зарплата хватает, окей, конечно, все хватает. То есть, жить можно, комфортно. Жить можно, тем более, если свое жилье есть. Да, то есть, так-то. Да, конечно. Здесь, если на квартире сидеть, это самое... Аренда, да? Аренда, то да. А когда своя квартира, свое... То есть более-менее. Нет, нормально, все хорошо. Да, спасибо большое за ваше время, что нам уделили, вам хорошего дня. Не за что, как обычно, вы знаете, да, я вас всегда жду. Алену вы увидели, обращайтесь, она нам поможет, она специалист, 10 лет в магазине, поможет то, что знает, все, что надо, решит. Буду рада, буду рада. Подписывайтесь на наш канал Dream Life Cyprus и до скорой встречи на Северном Кипре.